Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Домастер, и сегодня мы поиграем в новый Агарион, вернее, новый Агарион от русских разработчиков, как я понял. Ну, вернее, есть такая инфа, то, что, возможно, это от русских разработчиков, может быть, нет. А здесь множество разных режимов, пока что он небольшой, мало арен. То есть, например, на Team аренах всего 2 арены и по 100, по 120 человек. Вот, очень интересно, давайте будем играть здесь. Здесь меньше людей, здесь меньше лагов. Ну, правда, когда все забивается на фул, конечно, начинает немного подлагивать. Но здесь есть разные прикольные режимы, типа футбол-арена, типа просто арена, где нужно подождать, чтобы... пока игра закончится, где всего одна жизнь. Crazy FFA, Deathmatch и так далее. Давайте сначала зайдем в простой FFA. Простой FFA, в принципе, такой же, как и на... обычном Агарио. Давайте зайдем, выберем какой-нибудь сервер. Давайте выберем сервер, где побольше народу, 59 человек. А вот 148 на 401 Universe. Давайте на него зайдем. Сейчас думает. На нем, кстати, может подлагивать, потому что много народу, блин. Может лучше другой выбрать, я 50 человек, хотя, в принципе, вдруг я там никого не найду. Вот, в принципе, пока играем, здесь даже, здесь какая-то другая система, когда съедаю один шарик, они даже дают больше, чем в обычном Агарио. Вот, и очень интересно, какие-то ФБИ, ИКС, и... это клан, здесь можно создавать кланы, здесь можно ставить свои скины, то есть здесь вот такая вот система сделана, то, что можешь делать... свои кланы и будут приписки и так далее. Можешь делать скины, это очень здорово, очень прикольно сделано. Вон сверху есть такие менюшечки, можете там посмотреть, почитать, сами увидите, в принципе. Вот, и что такое, шарик меня разорвет на нем, да? Да, я, кстати, из-под него что-то сожрал, кто-то в нем был, что ли, лол. Тут есть чат, в котором можете писать. Также показаны координаты. Намного лучше сделано, чем в Агарио, более проще. Вот, более казуальнее, я бы сказал. Это довольно-таки интересно. На стриме мы в него уже играли, но я решил сделать отдельное видео по нему, чтобы вы посмотрели на это. Увидели, естественно. Также здесь все точно так же работает, как в обычном Агарио. Можно разделяться. У меня пытается съесть, но у него ничего не выйдет. Можно стрелять своими частями и жрать их, естественно. Ой. Нифига себе, она жила! Моя часть жила! Кусочек мой ожил. Вы это видели? Нет, это реально было какое-то дерьмо. Не знаю, мне показалось, ли он реально ожил. Это было, конечно, странно, но... не думаю, что это именно так и произошло. А, смотрите, кот какой-то, орлица. Блин, смотрите, какой у него крутой скин. Здесь реально скины можно делать очень крутые, то есть в отличие от... обычного Агарио и обычных скинов. Ну, конечно же, это все из-за того, что это русская фигня сделана за донат. То есть бесплатно вы ничего не получите. Вот, ну, создание клана вроде бы бесплатно, точно не уверен, но пусть будет так. Вот ФБА один здесь летает, но мы быстренько будем около этих зелененьких шариков ебать, если что, будем в них накидывать. Вот смотрите, какой скин прикольный. Вот это скин беленький такой. Оба-оба-оба, пытаюсь его сожрать, нет, все, он ушел к святому там. Ну и святой его, видимо, сожрал. Ладно. Просто идем сюда, кот пытается нас сажать, нет, не пытается нас сажать. Нормально, просто уходим. Можем даже в него пострелять, чтобы он сломался. У всех показана масса, это удобно, проще. Ну, я говорю, больше, более казуально сделано, то есть будет проще их жрать. То есть вы будете понимать, сколько примерно массы, нужно ли разделяться или не нужно. Например, я сейчас могу разделиться, там кого-то сожрать, это очень удобно. Вот, в него там нафидели. Люди, тут этот парень понимает, что разделиться он не сможет и сожрать меня. Отлично, а вот этот парень смог меня, кстати, сожрать, у него 470 масса при разделении стало, и это да. Ну, в принципе, он сожрал другого чувака, поэтому у него увеличилось. Возможно, он бы меня бы сожрать не смог, 820. Видите, даже из-за того, что у них белые скины по бокам, немного непонятно, какая у них масса, это, конечно, минус, что можно делать такие прозрачные скины, это нужно, наверное, написать админу, чтобы они это убрали. Вот, сразу же видно, кто входит в чат, то есть, кто заходит на сервер и так далее, то есть, очень удобно все сделано. Вот кланы тут дерутся друг с другом, странно, что они заходят на FFA. Вот, может это просто два каких-то популярных клана, может просто приписку делают, не знаю. Вот, как я знаю, здесь есть кланы. Так, давайте пожирать в эти маленькие части, сейчас разделимся, кого-нибудь убьем. Вот, это что такое, 302, ну, если я разделюсь, я его не убью, но просто попробовать зажать его можно. Просто попробую зажать. Главное, чтобы меня здесь никто не зажал. Ой, какой хороший момент был, нужно было просто сразу же вправо уходить. И тогда бы я смог его, наверное, зажать. Так, 615 у пацана, здесь 500. Ой, Канада разделился. Нет, зеленый, в принципе, меня не сожрет, если разделится. Вот, этот 600-500 может сожрать, если разделится. Но если он, конечно, соединится перед этим. Оп, оп. А соединяться-то он уже начал. Но он пытается меня как бы догнать. В этом его проблема. Сейчас будет разделяться. О, смотрите, он меня подфидил.
А, он пытается меня развести на фит, типа. Но, о, смотрите, реально эти шарики, они оживают, что ли, когда он ими стреляет? Он реально пострелял шариком, и он ожил. Или мне показалось, о, там такая штука, которую можно съесть, какая лакомая вещь. Я надеюсь, что этот спорт разделится, я его сожру, но он не разделился, к сожалению. Зефир! Ой, какой огромный зефир, если разделится, может меня сожрать. Хотя там будет почти одинаковая масса, не думаю, что у него это получится. А у меня получится вот сюда вот свалить. А у него нет. Нормально, нормально. Ладно, сейчас попробуем поразделяться в коем, потому что разделяться все-таки это важно. О, опять этот там чувак со скином. Не знаю, насчет скинов, может платный, может нет, но там Путин летал вообще. Так. Вроде когда мы были на стриме, кто-то сказал то, что это платные штучки, всякие такие вот скины. Уфа там кого-то пытается Лойла какого-то сожрать. Но Лойл хорошо отожрался благодаря тому, что сожрал кусочек. Сейчас попробуем сожрать его. А именно его младший кусок, вот этот, который 309. Он его очень хорошо от меня уводит. Блин, интересно. Мы еще попробуем сыграть в другие режимы. Если вам понравится этот Тагаро, ребята, ставьте огромный палец вверх. Естественно, будем играть в него, посмотрим, что как вообще в нем и так далее. Посмотрим другие режимы, поиграем на стримах в него обязательно. Все зависит только от вашего выбора. Все зависит только от вашего выбора. Если вам действительно он понравится, тогда вы должны будете поставить лайк и писать в комментариях, что типа демастер, снимай теперь только это Гарово. Лежать весь КС не сожрал, получил бы 200 масс, так получил только 100, и теперь за мной бегут. КС пытается меня подфидить, чтобы я где-то слился, наверное, не знаю. Так, нужно валить, 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 знаю, какая-то Россия вообще идет. О, парень Панзаров на меня нападает. Зефир тут еще. Нет, тут я его сейчас сожру. Реально, просто не выживу, скорее всего. Сейчас любой из этих разделяется и жрет меня. ФБИ Тигр здесь какой-то. Оп. Блин, зря я разделился, он бы меня не сожрал. Да, он бы меня не сожрал, это было глупо. У него не хватило массы, чтобы меня сожрать, я их дебил разделился. Ладно, давайте посмотрим другие режимы еще. Main меню. Так, давайте пробуем Crazy FFA. Мы на него на стриме играли, но это было очень весело. Там почти это всего один сервер, но он сейчас реально забит. О, видимо, не поиграть сейчас на сервере, потому что чувак просто с огромной массой сейчас сидит. Нужно как-то делать рестарты сервера, наверное, этим чувакам, потому что сейчас просто не сыграть нормально. Так, ну. Ну да, да, play. А вот, я все-таки смог появиться, отлично. В общем, здесь мы играем. Здесь, когда тебя фидят, ты умираешь, короче, тебя могут сожрать. То есть тебе нужно фидить чуваков, чтобы они стали меньше. Вот ты просто фидишь чувака, и он становится меньше, и ты его жрешь. Я пока никого не фижу, потому что здесь одни большие чуваки. О, демастер, смотрите. Да какой-то демастер летает. Лол, я настоящий демастер, ты ссаный фейк. Не, возможно, я просто фанат. Не знаю. Блин, так тут жестко. В горле только что пересохло, ребят. Блин, тут, конечно, если ты заходишь на сервер, то уже все развились, достаточно тяжело. Но чтобы сожрать кого-то, просто начинаешь его фидить, и ее там жрешь. Тут меня тоже нафидили. А, ты взорвала, пацана! Быстрее жрём его мелкие части. Оба-оба-оба-оба-оба, давай разжирайся. Нож, нет, нож! Нож отойдет от меня. Естественно, можно кидать. Кто-то появляется сразу же в зелененьких штучках и разрывает других, но... Это в каком-то смысле бессмысленно. О, мы, кстати, можем сразу же его нафидить жестко. И сожрать. Оп! А там куча наших штучек, на них лучше не нарываться. Кстати, пикабу. Ай-яй, он нас все-таки сожрал, не успел его нафидить, как хотел. Ладно, давайте заново появимся. Ну, появляйся, появляйся. Ладно, окей, плей. Ой, как я появился в каком-то дерьмовом месте, на самом деле. Тут нас сейчас всех зажмут просто. Вот, я говорю, в Crazy FFA надо играть где-нибудь, когда онлайн небольшой, потому что это реально весело. Надеюсь, у них появится больше серверов Crazy FFA, потому что сейчас не тяжело очень показать. Можете посмотреть на стриме, там было это лучше все сделано. Все лучше показано. Так, ну в Team это, естественно, такой же Team, как и на Агаро. Есть еще арена и есть футбол-арена. Дезматч есть, можно в дезматч пойти. Но в дезматч вроде нужно дожидаться. А, нет, в дезматче, короче, ты должен убивать других. То есть ты должен брать и убивать просто так. О, потом... То есть ты не можешь их сажать, ты должен именно убить. Что-то у меня не получается убить чувака, он просто реально забивает нас. Вот, и у тебя становится маленькая масса, и тебя, короче, не могут съесть, но тебя могут убить. Нужно именно, а вот Bad Clan Pass какой-то там играет. Первый, второй, третий, Терминатор. Все, я уже не могу стрелять, потому что я стал маленьким. Это плохо.
нужно разряжаться больше массы получить. Ну, думаю, тут понятно, что делать, это дезматч, мне немного не нравится, но просто, чтобы показать, показал. То есть, ну, ты не можешь никого сажать, но ты просто стреляешь в чуваков и должен их убить. Забить массой и так далее. Но это, мне кажется, немного бредовый режим, но кто-то на нем играет, людям вроде нравится. Вот, давайте в арену поиграем. Здесь вроде бы уже идет до смерти, то есть... вот, next game, one second. О, я как раз начал, да? Или я не начал? Play, а вот, Bad Clan Pass. Это я вот этот чувак, сейчас все так называется. Видимо, если без ника начинаешь, не знаю, вот... Если сейчас не начну через 42 секунды. Короче, здесь, я так понимаю, на этой арене, кто выживает, ну, такой Короче, выживший побеждает. То есть здесь нет возрождения. И тот, кто умирает, он уже просто как спектейтер смотрит. То есть здесь игра именно до победного. Это, кстати, круто сделано, такого нет в ГРО. И это реально крутой режим. То есть здесь ты можешь играть чисто, ну... Грубо говоря, ради того, чтобы... Кстати, смотрите, еще ники не показываются изначально, то есть это реально круто. То есть здесь ты играешь как матчмейкинг, то есть кто-то умер, все, он умер навсегда. То есть здесь одна жизнь, и ждешь только следующие игры. Это реально классно, мне вот эта тема нравится, но ждать, конечно, по минуте времени, это долго. Сделали бы лучше в секунд 30, хотя бы целых 60 секунд. Ну ладно, давайте, 3, 2, 1, надеюсь, все-таки то, что это я буду. А вот, game starting, 4, 3, 2, 1. Да, все, это я. Я уже фижусь. Ой, кого-то сожрал. Отлично, отлично, отлично. Ну, не кого-то, я частичку сожрал маленькую, а не целый кусочек. Оп, еще одного кого-то чувака сожрал. Хорошо, хорошо. Это бот? Или это он ник такой сделал? А, да, есть 9 ботов, короче. 9 ботов сделано, видимо, для того, чтобы можно было нормально играть. Давайте тогда сожрем бота. Почему бы нет? Вот, думаю, будет не против. Отлично, я бота сожрал. Хорошо разжрался. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, блин, это было желтого жрать, но такой момент был хороший, когда можно было его сожрать, а я его проморгал. Ну ладно. Вот еще один бот, можно легко его сожрать. Боты, я думаю, они глупенькие. Нифига себе, какой большой уже. А, он сейчас бота сожрет. Лол, он таким огромным стал. Бота, все, бота. Бота жмем к стене и жрем. Бота жмем и жрем. Отлично, 300 масса тоже есть. Тот чувак, если разделится, нас не сожрет. Это хорошо. Вот этих чуваков нужно жрать просто. Меня сейчас разорвет на этой фигне, не разорвало, хорошо. Плеер, 5 человек осталось плееров, и стартнуло с 9 ботами, но ботов, видимо, уже всех сожрали. Офигеть, там чувак живет просто. Так, ладно. Bad Clan Pass это делают специально, чтобы люди, типа, наверное... Да-да-да, я понял, это специально так сделано, чтобы люди не узнавали ники этих игроков. Арена очень маленькая, кстати, здесь все друг друга просто встречают постоянно. То есть вы постоянно будете встречать... О, меня сейчас пытается сожрать этот чувак, но я постараюсь сделать так, чтобы у него это не получилось. У него это, кажется, получится. Ладно, он сожрал кусочек меня, а сейчас я расстреляю его просто. А, он разделился, блин, 4 плеера осталось. Ну, тут он очень хорошо меня подловил, хорошо меня сожрал. Сейчас не знаю, получится ли у меня выиграть вообще в этой арене, наверное, уже нет. Он очень хорошо разожрался, этот пацан, и шансы на победу минимальные. Ой, как хорошо он сожрал. Ну да, все, это... Два чувака остались топовых, один сейчас другого взорвет и сожрет, да. Изи, изи, изи. Я бы сейчас даже уже разделялся, чтобы тупо сожрать. Хотя он сейчас еще и разорвется. Ой, дебил, как можно было так разорваться на изи? Хотя он сейчас сожрет этого чувака, и он все равно стал больше, чем этот чувак, да-да-да-да. И у него есть сейчас шанс вот этот один, этот второй, этот... Сейчас он еще раз разорвется. Лол, давай-давай-давай-давай, жми его, жми. Вот эти два кусочка, маленький и большой, это один, а вот это второй, если вы не понимаете. Просто я это уже понял, как все работает здесь. Блин, в итоге они все равно объединились, и еще есть один чувак, который может гадить и тому, и другому, я бы на его месте уже бы разорвал бы самого большого, потому что самый большой это проблематичный пацан. Ну блин, арена режима реально крутой, если вам нравится, ребят, ставьте обязательно лайки, и подписывайтесь на канал, будет весело, я думаю, поснимаем арену еще, или футбол мод, давайте попробуем еще футбол мод зайти, в принципе, время есть, да, футбол арена. Давайте вот это вот, 11-е. Next game, 7 second, окей. Футбол, давайте я посмотрю, что это за футбол. Я не знаю правила в этом футболе, что сделает это, но надеюсь, у нас получится. Наш кусочек, да, сразу же 104 куска у нас есть. Посмотрим, что это будут делать другие. Футбол арену я еще ни разу не играл. А, лол, это не мой кусок, что ли? Или мой? А, я, видимо, за спектейтера зашел, да? Ё-моё, я думал. Все будет нормально, меня за спектейтера кинуло. Короче, на колесико мы можем отдаляться, приближаться. Футбол, арена, это, короче, здесь тут уже друг друга жрут, я не знаю. А, футбол, жирные шары, понятно. То есть, это, типа, сразу же начинаешь с большого шара. Все, я тупанул, ребят, реально тупанул.
main меню, fat boy арена. Тьфу ты, ема, я вообще футбол читаю. Не проснулся, ребят, не проснулся. Фатбой, короче, это арена, где сразу же начинают жирными шрами. По-моему, вот арена обычная круче, то есть она интереснее. Ну ладно, в принципе, это все, дорогие друзья. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте под видео. На этом мы с вами прощаемся. Всем удачи, дорогие друзья, и всем пока-пока. Если вам нравится Гаро, ну вот такой вот новый, то ставьте на лайки. Ссылочка на него есть в описании.